Это новенький Холосан SCRS, и его главная фишка в том, что в нем вообще нет батарейки. Ты не можешь сменить в нем элемент питания, потому что все встроено. А по факту прицел работает как двечный двигатель, а именно бесконечно. Сверху у него есть солнечная батарея, которая заряжает внутренний аккумулятор. Но даже если по какой-то неведомой причине через 100 тысяч лет внутренний аккумулятор выйдет из строя, солнечная батарея продолжит работать. А значит, продолжит работать и сам прицел. А теперь давай постреляем и разберемся с ним поподробнее. Наконец-таки до нас добрался вот этот малыш, коллиматор Холосан SCRS. Мы только что с него постреляли, с девятки, с разных положений, с разных портов. Первое впечатление. И, в принципе, что заметил? Первый момент, он действительно компактный. У меня на некоторых пушках стоит классика от Холосан, это 403 серия. А по сравнению с ней, этот коллиматор прям ощутимо короче, примерно раза в полтора. У него также в комплекте высокая нога, также может быть красная точка, у меня зеленая точка, есть зеленая точка с кругом. Визуально такая же чистая, как у всего Холосана, оптика. Точка видна, 2 МОА, все отлично, никаких нюансов в эргономике, именно трудностей я не заметил. Приятный на ощупь, какое-то новое покрытие, возможно, впоследствии расскажут, какое. Приятный, в отличие, опять же, от 403-го, не круглые грани, а такие немножко угловатые, что тоже приятно и интересно. Но давайте с точки зрения эксплуатационных характеристик. Во-первых, у него нету батарейки, то есть в принципе, то есть вообще, то есть даже снизу. Нигде нету порта для батарейки, этот прицел заявлен как вечный. Сверху находится солнечная батарея, внутри находится какой-то аккумулятор, умные мозги, которые преобразуют любой свет, как в помещении, так и в солнце, и этого достаточно, чтобы все время светила у меня тут зеленая точка. Конечно, это круто. Я думаю, все попадались в ситуацию, когда доставали эту батарейку 2032, грызли ее зубами, она невкусная такая, кислая, зараза, и вставляли обратно, чтобы хватило еще на одно упражнение. Здорово, круто, посмотрим, как будет работать. Габариты, особенно для девятки, классно. Очень понравилось. Высокая нога, короткая, симпатичная, такая минималистичная. Я на своем 403-м старую ногу от Холосана отфрезеровал вот в такое отверстие, потому что нравятся такие воздушные конструкции, скажем так. Здесь нога нравится, крепкая, хорошая. Про нее поговорим отдельно. Если мы говорим о габаритах, для чего это нужно, особенно девятке, особенно мне. Теперь я сюда могу поставить магнифер. Боже мой, зачем на девятке насадка трехкратная? У меня так себе зрение, я не люблю линзы, и мне обязательно желательно для стрельбы фокусировочную кольцо. Поэтому для некоторых упражнений для стрельбы там на 100 метров, на девятке, я сюда могу поставить магнифер, покрутить фокусировочное кольцо, и мне будет отчетливо и классно видно длинные дистанции для девятки, соответственно. И это большой плюс. Пока тут стояло 403, магнифер у меня сюда не лез. А дальше, сейчас стоит здесь маленький аккуратный фонарь, но если ставить сюда прицельный комплекс, то большие коллиматоры также не дают возможности его сюда поставить. Есть конфликт с коннекторами, с кнопками, с проводами. Так что габарит однозначный плюс. Плюс однозначный лайк. А по монтажу особых проблем нету. Единственный нюанс, у него базовая платформа закручивается теперь не шестигранником, а наружным винтом. Это здорово. Это мне очень понравилось, потому что несколько раз шестигранники с тораксом я слизывал. То есть болт закис, я пытался провернуть, шестигранник ломался, и в итоге я высверливал. Была такая ситуация. Здесь наружная гайка накидная. Я закрутил ее руками, думал, что хватит, пострелял немножко, прицел стал болтаться. Я докрутил эту гайку ключом, который в комплекте. Достал, поставил и забыл. В данном случае эта штука работает. Стой. Ты кое-что забыл. Да, крутилка там удобнее. Но вот если высокую ногу снял, все равно придется крутить звездочками. То есть у тебя должно быть два ключа, если ты хочешь периодически ставить вверх-вниз. У меня теперь есть два ключа, еще один. Ты практически Холосан его купил, да? Вот только без высокой ноги на Пикатинне ты его не поставишь, потому что штатное низкое крепление — это 509 футпринт. И если ты не знаешь, это крепление под пистолетную планку. Но здесь есть еще один нюанс. Данный Холосан заявлен только под карабины и винтовки. И получается странное явление. Низкая планка — это футпринт, но на пистолеты его ставить не рекомендуется. А высокая как раз-таки под Пикатинне. Так что на пистолет данный прицел ставь на свой страх и риск, потому что даже производитель пишет, что прицел не под пистолет.
пистолета. Настройка. Как ни странно, почему-то холосаны из коробки ставишь на девятку, и на 25 метров они в 20-сантиметровую гонку уверенно летят. Поэтому настройки тут классические. Единственное из плюсов – направление вращения отвертки указано перед лицом оператора. Теперь прицелиться в мишень и крутить отвертку можно, не убирая головы от непосредственно точки. Если учесть, что я настраиваю, не рассчитываю минуты, стреляю в картон, смотрю, куда попало, и в эту точку привожу прицел, для меня эта штука достаточно удобная. Блин, да крутой прицел. Реально крутой. Он когда на картинке появился, это было прям что-то такое. Вау, наконец-то холосан в полтора раза короче с тем же функционалом. И еще у холосан заявлена такая функция, что если прицел лежит в ожидании, он не светится и как бы не разряжает свой волшебный аккумулятор. А как только ты пушку потрогал, он сразу начинает светиться. То есть, в общем-то, функция прикольная, но с вечным аккумулятором она даже не знаю, зачем нужна. И получается, что аккумулятор мало того, что вечный, так он еще и бесконечный и сам знает, когда ему включиться, когда выключиться. Вот такая вот магия получается у нас с тобой. Что делаешь? Сам не знаю, пошли стрелять. Мой коллега выдал базу. Новенький прицел от холосана действительно заслуживает класс. Однако я пойду по другому пути и обозначу те вещи, которые для меня странные, раз уж Ромео за меня все рассказал. Во-первых, это одна нога. Смотрится она концептуально действительно интересно и круто. На пушке выглядит органично. Но если смотреть на нее в отрыве от оружия, кажется, что это избушка на курьих ножках. Не в плохом смысле, скорее в хорошем. Большая база крепления прицела не нужна. И вот такое облегчение, оно работает только в плюс. Сам прицел, как и сказал мой коллега Ромео, очень компактный. Вот у меня здесь стоит анпек, и чтобы поставить его механические прицельные и еще холосан, раньше мне приходилось все это дело двигать как кубики лего, чтобы встало правильно. С этим же прицелом у меня есть вариативность. Вот здесь аж две, и спереди еще две есть, то есть я могу прицел подвигать взад-вперед, сделать ближе к глазу, дальше от глаза, и при этом все еще будет хватать места. Сам по себе компактный форм-фактор прицела — это то, к чему мы должны приходить. Большие коллиматоры — это вот что-то из прошлого, потому что раньше не умели просто делать меньше. Были пистолетные, да, они и сейчас есть, но вот на большом оружии все равно использовали какие-то габаритные прицелы. В данном же случае, чем меньше, тем лучше. Меньше шанс что-то с ним сделать, меньше шанс покалечить прицел, а значит все хорошо. Визуально, с точки зрения дизайна, холосан всегда был на высшем уровне, и еще с линейки Аемсов они пошли прям в киберпанк и не стали останавливаться. А вот что касается использования прицела, то каких-то принципиальных отличий с предыдущими моделями я не вижу. Та же самая марка, либо точка, либо круг с точкой, либо просто круг. Те же самые цвета, либо зеленый, либо красный. Но плохо ли это? Однозначно нет. Это, можно сказать, золотая классика. Больше здесь ничего и не нужно. Этот прицел и не пытается стать инновацией с точки зрения прицельной метки. Она как бы как есть, так и остается. Но возникает логичный вопрос. Если здесь есть встроенный аккумулятор, который заряжается от солнечной батареи, причем даже от искусственного света, а сколько он вообще сам по себе проработает, раз его нельзя заменять? И сначала я об этом подумал, а потом, прочитав инструкцию, понял, что это, в общем-то, и не важно, потому что даже если лет через 5 у тебя откажет внутренний аккумулятор, у тебя все еще останется солнечная батарея, которая продолжит питать прицел даже в темном помещении. И прицел работает на максимальной яркости, то есть данного света, достаточно темного, ему более чем хватает. С каждым годом холосан продвигались все дальше в вопросе солнечных батарей. У первых прицелов они работали, но не позволяли выдавать большую яркость, то есть просто мы можем работать на солнышке. Теперь же солнечная батарея возведена в абсолют. И это как раз те самые новые технологии, инновации и киберпанк, которые мы не заслужили, но давно хотели. Потому что, честно говоря, немножко напрягает заряжать все свое оборудование. Вот приходишь ты домой, ставишь на зарядку часы, ставишь на зарядку свой телефон, ставишь на зарядку прицел, ставишь на зарядку анпек, а теперь тебе хотя бы не нужно заряжать прицел. И это уже настоящая победа. С одной стороны, холосаны и раньше работали годами на одной маленькой батареечке, и не было каких-то проблем. Но раз в несколько лет ты мог столкнуться с ситуацией, что на стрельбище приехала, а батарейка так села, а ты, в общем-то, думал, что еще поработает. Здесь же такой ситуации не будет никогда. Если у тебя стоит прицел на пушке, значит точно будет работать. Из органов управления у нас всего две кнопки.
плюс и минус. Нажимаешь на одну, и прицел включается. Впрочем, его можно оставлять всегда включенным, потому что, опять же, это вечный двигатель. Когда жмешь на плюсик, ты прибавляешь яркости. Жмешь на минус, убавляешь яркости. Чтобы выключить прицел, зажимаешь две кнопки одновременно. Сверху у нас располагается солнечная батарея, которая способна заряжать прицел как от естественного света, так и от искусственного. То есть даже вот от ламп, которые здесь светят, прицел будет продолжать заряжаться. Регулировки прицела находятся сбоку и сверху. При этом подписи, куда именно крутить, находятся к стрелку. Соответственно, ты можешь, не отрываясь от оружия, понимать, в какую сторону тебе крутить регулировку, чтобы настраивать прицел. Перед тобой видно, куда крутить. Обычно это удобно. Обычно вот так прицел крутишь и пытаешься найти, где эта метка, куда она смотрит. Здесь ты можешь целиться и одновременно подкручивать. Это великолепно. Нормально. Нормально. И реально интересная модель. Реально. Я вот врать не буду. Это холосан, который мне нравится. С другой стороны, мне, честно говоря, нравятся все холосаны. Он супер бюджетный. С точки зрения тех же АЕМСов, этот прицел реально бюджетный. Он узнаваем. А вот это точно. Сразу понимаешь, сразу, какой прицел. Ты разбираешься в 403-х холосанах? Там дальше букв очень много. Они внешне они, стиле, в принципе, да, одно и то же. А там, оказывается, есть и такие, и сякие, там, и сыкли, и безык, и зеленый. А тут сразу видишь, да, все, вот это тот самый. Ты пришел на стрельбище, все видят, ты как бы царь. Новенький. Да, ты с новеньким, ты новинку себе полутал. Очень хочется стрелять, очень хочется тестить. Давай, давай, давай постреляем. А погнали. А ты патроны-то взял? Нет. И я нет. Идем зарядимся. А, стоп, стоп, стоп. Для начала, господа, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, если вам хочется видеть больше обзоров на крутые штуки. Это ж крутая штука, правильно? Это крутая штука. Это крутая штука. Также не забывайте ставить классы, потому что так вы помогаете продвигать этот ролик. Большое вам за это заранее спасибо. А купить новенькие холосаны SCRS можно в оружейном квартале Кварта. Ссылочка будет в описании под видео. Друзья, пока. Пока. А испытывали мы новые холосаны в стрелковом клубе «Мишень» в Сосновом Бору. Здесь круглый год тепло, поэтому зимуем мы именно здесь. А еще здесь можно пострелять, даже если у тебя нет оружейной лицензии, потому что ты можешь стрелять из оружия клуба. А у «Мишени» много что есть. Дробовики, пистолеты, карабины и винтовки. Так что, если ты тоже любишь стрелять, обязательно приезжай в «Мишень». Ссылочка будет в описании.